Так, пожалуйста, Светлана Анатольевна Пылаева. Исследование смеси ацетона с трифторуксусной кислотой при различных концентрациях компонентов методами спектроскопии комбинационного рассеяния и ЯМР. Так, у вас полчаса, не противоречит, да, включая дискуссию. Во-первых, я хотел поблагодарить организаторов за возможность представить результаты своей работы на этой конференции. Петр Михайлович уже представил тот круг интересов, которым те объекты, которыми мы занимаемся. Но в отличие от работы тех результатов, которые рассказал Петр Михайлович, где изучались комплексы с водородной связью, окруженные достаточно большим количеством инертных, разве что полярных молекул растворителя, я бы хотела рассказать про системы более, можно сказать, сложные, то есть растворы жидкости, а именно раствор карбоновой кислоты с кетоном в различных взаимных концентрациях. Мы исследовали смесь трифторуксусной кислоты с ацетоном. В этой системе, даже если взять просто жидкую карбоновую кислоту, каждая молекула может выступать как донором, так и акцептором водородной связи. И количество межмолекулярных комплексов, которые можно представить в жидкости, просто огромное. Это могут быть циклические димеры, открытые димеры, обрывки цепей, то есть, в принципе, тримеры, все что угодно. Структура жидких карбоновых кислот исследуется давно и разными методами, и во многих методах, в зависимости от метода, они получают разные результаты. Но также известно, что, например, в твердом теле карбоновые кислоты, такие как муравьиная кислота и уксусная кислота, то есть в зависимости от заместителя, то есть от размера заместителя, маленькие заместители, организуются бесконечно зигзагообразные кислоты с маленькими заместителями, бесконечно зигзагообразные цепи, в то время как кислоты с большими заместителями, например, даже моновторуксусная кислота, уже будут образовывать циклические димеры и конденсироваться в твердом теле в виде циклических димеров. В газовой фазе почти при, так скажем, не жестких условиях, то есть в маленьких температурах и небольших давлениях, карбоновые кислоты будут присутствовать в виде циклических димеров. То, что происходит в жидкости, можно обозначить большим знаком вопроса, потому что количество комплексов здесь, как я уже сказала, может быть огромное, и между ними будет существовать быстрый обмен. В общем, что там будет, зависит от метода, которым вы это будете исследовать, но хотелось бы посмотреть, потому что нас интересовали именно системы, в которых возможны, так сказать, цепочки водородных связей. То есть не одна, не две, а даже больше структур, в которых каждая водородная связь будет влиять на другую, и мы хотели посмотреть на эти эффекты. Но наша система усложнилась еще несколько за счет того, что это все-таки смесь. Если добавить ацетон в систему, то тут уже число комплексов опять-таки увеличивается. Могут быть в растворе мономеры трубочной кислоты, мономеры ацетона. Если рассмотреть бинарные комплексы, то это могут быть открытые димеры кислот, циклические димеры кислот, также комплекс один к одному и более сложные комплексы, состоящие из трех более компонентов. Нам была интересна эта система, но к тому же интерес к ней, нам была интересна система между карбоновой кислоты с ацетон, то есть такого рода водородная связь. Но кроме того, интерес именно к этой системе был вызван публикацией где-то 50-летней давности, в которой по методам инфракрасной спектроскопии и поглощения было высказано предположение, что в эквимолярном соотношении эти вещества в растворе присутствуют исключительно в виде комплекса один к одному. Ну, из даже банальной химической эрудиции можно немного, несколько усомниться в этом, потому что действительно структура достаточно сложная, и количество комплексов, которые можно представить, невообразимо велико. И удивительно казалось то, что из этого большого-большого числа в эквимолярном соотношении только один к одному. Вот такие данные. Мы исследовали нашу систему двумя методами, а именно методом спектроскопии ЕМР и метод оптическими методами, а именно Раман-спектроскопии. Как уже сказал Петр Михайлович, эти спектроскопии очень сильно отличаются по временному разрешению, и каждый из них имеет свои плюсы и свои минусы.
и свои характерные параметры. Я начну с темы нашей конференции, а именно спектроскопии Емира. Для оценки нашей системы мы использовали следующие параметры Емир-параметры, а именно протонный химический сдвиг мостикового протона, углеродный сдвиг карбоксильного углерода и карбонильного углерода ацетона. Также мы использовали изотопные эффекты. Изотопные эффекты хороши тем, что это разностная характеристика, в которой как раз таки вычитаются все параметры заместителей, влияния еще растворителя, возможно, и остается исключительная информация об изменении водородной связи. Откуда возникает изотопный эффект на химическом сдвиге? Он возникает за счет изотопного эффекта на геометры. Протон или мостиковая частица в межмолекулярном комплексе находится, движется в очень ангармоничном потенциале. И поэтому в зависимости от того, дейтрон это или протон, разные массы, разные уровни энергии и среднее положение будет различным. На схеме это можно показать следующим образом. Если водородная связь, представьте, кислота, основание, и протон находится в таком положении. При замещении протона на дейтерий среднее положение сместится в сторону кислоты, тем самым придет к ослаблению водородной связи. То есть можно запомнить это следующим образом, как изотопное замещение. То, что было коротким, станет еще более коротким, то, что было длинным, станет еще более длинным, и общее расстояние между тяжелыми атомами изменится. Таким образом, мы получили изотопный эффект на геометрии, который из-за изменения расстояния, изменения электронных оболочек, получили изотопный эффект на химическом сдвиге. Таким образом, можно измерить, например... Ярче. Он же синий, он же ключик. Так и подходит по цвету, все ясно. Синий, ярче. Вот. Да, таким образом можно исследовать, например, изотопные эффекты на углероде цикляна. Если мы хотим посмотреть на систему цепочки водородных связей, и тогда тоже у нас будет, можно посмотреть, будет такой эффект. Если у нас есть две водородные связи, и в одной из них мы замещаем протонную дейтерий, она изменяется, а, допустим, эти водородные связи, они у нас кооперативны. То есть ослабление одной водородной связи вызывает ослабление другой водородной связи. То есть геометрия введение дейтрона в одну из водородных связей вызывает изменение положения мостикового протона в другой водородной связи, соответственно, изменение его химического сдвига. И это можно использовать. Сначала мы посмотрим, как видит ситуацию со своей точки зрения кислота, а потом посмотрим, как отображается для ацетона. Лунный спектр, собственно. Несколько уловок, которые мы использовали, так как у нас система состоит из смеси двух жидкостей, все сигналы будут смещаться, для отнесения сигнала в систему был добавлен ТМС. Также вода, даже в небольшом количестве, очень сильно изменяет равновесие, которое наблюдается в системе, разные комплексы с водой, и поэтому химические сдвиги будут изменяться. Ацетон, конечно, был достаточно сухой, но тем не менее там все равно содержалась дейтерированная вода, и поэтому мы готовили кислоту таким образом из ангидрида, трифторуксовой кислоты, таким образом, чтобы всегда содержался небольшой избыток ангидрида, который бы поглощал дополнительно воду из ацетона. Вот, и всегда по спектрам можно было оценить, что ангидрид там еще есть. Если мы посмотрим, здесь изображено, что сверху у нас чистый ацетон, а снизу чистая кислота. Мы измерили, для того, чтобы измерить изотопный эффект, мы измерили две серии образцов, а именно с протонированной кислотой и серия с дейтерированной кислотой. Если мы посмотрим, здесь находится чистый ацетон, при добавлении совсем небольшого количества кислоты, мы получаем химический сдвиг в районе 13,5 миллионов долей. Дальше при увеличении концентрации кислоты, уменьшении относительно концентрации ацетона, протонный химический сдвиг смещается. Тот же самый эффект можно наблюдать, то есть такое удивительное изменение углеродного химического сдвига карбоксильного углерода при изменении относительной концентрации и карбонильного углерода
таким же образом. Посмотрим, как это видит протон кислоты. То есть здесь изображена как раз-таки зависимость протонного химического сдвига от относительной концентрации ацетона уксусная кислота. Красными кругами обозначены протонные точки, а черными квадратами точки адетерированного образца. Сначала посмотрим на одну асимптоточку. Если у нас большой-большой избыток ацетона, и мы добавляем совсем небольшое количество кислоты, понятно, что вся кислота будет находиться в комплексе один к одному. Ну и окружена мономерами ацетона, которые не дают вклад в протонный сигнал. В этот момент у нас единственная мостиковая частица здесь, соответственно, дейтерированный комплекс не будет давать вклад в сигнал, и мы видим, что изотопный эффект в этом случае строго равен 0. На другой асимптоте мы видим, что есть разница между протонным химическим сдвигом дейтерированного образца и протонированным, что говорит нам, что в системе есть системы не с одной водородной связью, а с цепочками водородных связей. Он примерно равен минус 0,1 миллионной доли. По величине и по знаку этого изотопного эффекта он хорошо согласуется с предположением, что в системе существуют циклические димеры карбоновых кислот. Они были достаточно хорошо изучены, и зависимость изотопного эффекта зависимость изотопного эффекта известна. То есть в растворе протонированном у нас будут циклические димеры кислоты. В дейтерированном растворе, понятное дело, что в основном все комплексы будут такого рода, но при этом будет небольшая совсем добавка комплексов, в которых одна водородная связь дейтерирована, вторая протонированная. И положение протона будет разным в этих водородных связях, и это будет давать нам изотопный эффект. Теперь посмотрим, как это выглядит со стороны карбоксильного углерода. Также здесь в растворе чистый... давайте вернуть. И опять-таки здесь при концентрации, отдельной концентрации 1 к 1 видно, что изотопный эффект не равен 0, и что нам говорит, что не только комплекс 1 к 1 существует в растворе, поэтому предположение 50-летней давности может быть не совсем верно, и ничего особенного в примолярном соотношении не происходит. То есть здесь присутствуют также и другие водородно связанные комплексы с цепочками водородных связей, а не только комплекс один к одному с единственной водородной связью. Посмотрим на углеродный спектр карбоксильного углерода кислоты. Здесь мы также видим в чистой кислоте мы видим изотопный эффект, равный минус 0,3 миллионных долей. Опять-таки этот изотопный эффект по величине и по знаку очень хорошо согласуется с предположением, что в растворе большинство доминирует, только существуют циклические димеры карбоновых кислот. Но в данном случае мы видим разницу между абсолютно протонированным и дейтерированным димером. И это как раз таки вот эта разница примерно и равна 0,3 миллиона доли. Дальше, при увеличении относительной концентрации ацетона, выкопить сигнал становится очень тяжело, это в том числе становится при комнатной температуре. Ну, в общем, здесь совсем точно подрывается. Теперь посмотрим, как это все. Пока что все согласуется, с одной стороны, с комплексом 1 к 1, с другой стороны, димер. Посмотрим, как это выглядит со стороны ацетона. Опять-таки, одна асимптотика. Понятно, что здесь мономер ацетона, химический сдвиг есть, никакого изотопного эффекта, возможно, нет. Посмотрим, что произойдет, если мы в кислоту добавим совсем-совсем чуть-чуть ацетона. Здесь мы наблюдаем небольшой отрицательный изотопный эффект. К сожалению, для кетонов нет такой строгой литературной известной зависимости величины знака изотопного эффекта от геометрии комплекса. Можно предположить, что здесь есть комплекс один к одному или более сложные межмолекулярные комплексы, где в общем, разного вида рода, не только с двумя кислотами, двумя молекулами кислоты, но возможно с их цепями. То есть, что мы имеем по данным ядерного магнитного резонанса? Что в нашей системе есть в чистой клифтороксусной кислоте почти все, почти полностью, она полностью состоит из димеров, циклических димеров. Если мы добавляем совсем-совсем немного
кислоты в ацетон, то там, конечно, комплекс аденкозамин. И также, что точка 1 бимолярной концентрации ничем не выделяется. Все очень плавно переходит из одного в другое. Воспользуемся теперь оптической спектроскопией. Я уверена, что все знают, что такое комбинационное рассеяние, но я бы хотела несколько повторить. То есть, если мы обучаем нашу систему, возможно, состоящую в двух полиботинных уровней, квантами света, то эти кванты могут пройти без изменения частоты, и это будет так называемым упругим или рилеевским рассеянием. Но также их частота может уменьшиться, и это будет стоксовым рассеянием. За счет того, что молекулы будут переходить с основного колебательного уровня на возбужденное состояние. Также их частота может увеличиться за счет того, что, наоборот, возбужденные молекулы будут сваливаться на основное состояние. И с уменьшением частоты это называется стоксовое рассеяние, с увеличением антистоксовое рассеяние. Мы исследовали, конечно же, стоксовое рассеяние и облучали образец с длиной лазером, с длиной волны 9400 обратных сантиметров. Мы исследовали полосу валентного колебания C-двойная связь О, которая находится в достаточно узком интервале частот и характеристична. И действительно в этом интервале у него не очень много других колебаний, поэтому он чистый и можно им пользоваться. Посмотрим на спектр комбинационного рассеяния. Спектр чистого ацетона выглядит так. Спектр кислоты, чистой кислоты, он чуть более широкий, что как раз таки несколько вступает в противоречие с нашими емулярными данными, где мы предполагали, что в чистой кислоте у нас исключительно димеры. Скорее всего, здесь также присутствуют и более сложные межмолекулярные комплексы с цепочками углеродных связей. Ну а теперь посмотрим, что будет происходить при добавлении спектру. Чистому ацетону добавим несколько кислоты, а именно 10, в малярном соотношении 10 к 1. Мы видим, что появились две полосы, соответствующие колебаниям комплекса. Но хочу также особо заметить, что в отличие от спектроскопии ЕМР, здесь нельзя смотреть на относительные их интенсивности, просто спектры, потому что, как мы видим, здесь 10 раз больше ацетона, чем комплекса, но при этом их интенсивности в спектре практически равны, потому что комплексы с водородной связью более активны. Вот, то есть это, без сомнения, полосы поглощения комплекса. То есть рамная спектроскопия — это тот же колебательный спектр, только несколько по-другому измерен. Почему мы не могли измерить просто спектр ИК, спектр поглощения? Ну, потому что мы работаем с жидкостью и достаточно небольшом тонком слое, уже все уходит в полное поглощение, и мы не можем увидеть. Ну и к тому же там были некоторые экспериментальные сложности из-за того, что трифтуроксовая кислота достаточно агрессивна, и, в общем, были проблемы. Ладно. То есть видим полосы комплекса, все хорошо, колебания комплекса. Увеличиваем концентрацию трифтуроксовой кислоты. Увеличивается концентрация, интенсивность полос комплекса, сохраняется ацетон. Дальше еще увеличиваем, опять-таки ацетон все-таки где-то здесь есть, нужно смотреть на интенсивность. Вот этот сигнал один к одному, и здесь мы как раз таки уже видим вот, да, полосы комплекса, но при этом увеличение интенсивности в этом регионе, где у нас находятся колебания, в этом регионе как раз таки были колебания свободной СО, колебания свободной кислоты. Ну и да, не стоит забывать, что вот здесь кажется, как будто нет ацетона, все-таки здесь нельзя так легко рассуждать по интенсивности и концентрацию, поэтому ацетон здесь тоже будет есть. Дальше продолжаем увеличивать концентрацию трифтуроксовой кислоты, ее интенсивность в ее регионе растет, комплекс уменьшается, продолжаем и заканчиваем спектром чистой кислоты. Таким образом, да, мы в данной работе мы исследовали смесь двух жидкостей в достаточно широком интервале относительно концентрации. И это была скорее начальная работа, потому что мы были заинтересованы в изучении систем с цепочками углеродных связей.
и проверки этого предположения про удивительность эквимолярного соотношения. Мы видим, что есть, то есть мы исследовали методами оптической спектроскопии, методами спектроскопии ядерного магнитного резонанса. И видим, что в ядерном магнитном резонансе у нас есть хорошо установленные зависимости между параметрами водородной связи, геометрией водородной связи и спектроскопическими параметрами. В оптическом спектре у нас нет таких связей, но информация про разные структуры комплексов гораздо богаче из оптических спектров. И что бы мы хотели сделать в дальнейшем, это как раз-таки продолжить уже отлаженный путь, а именно запустить моделирование по методу абундиции молекулярной динамики, где можно посмотреть на атомистическую картину моделируемой ячейки, а также рассчитать у них параметры спектроскопические, как химические сдвиги, так и частоты колебаний. Вот. Таким образом, мы исследовали несколько структур жидкости, и что-то, может быть, стало чуть более понятным. Вот, спасибо большое за внимание. Пожалуйста, вопросы Светлане Анатольевне. Если это эти комплексы разы, там, димер или цепочка молекул, может, коэффициенты самодиффузии будут разные? Может как-то не разница на сигнале ИМ? Да, наверное, может. Но дело в том, что мы мерили эти спектры только на температуре. И поэтому, если, возможно, есть такие разные комплексы, но между ними достаточно быстрый обмен происходит. То есть за время просто... Эксперименты ИМР у нас все усреднится и... Нет, мы сравнили там разные населения с этим комплексом. Это больше населения, а они тут можно больше. Ну, на самом деле, да, действительно, это можно попробовать, но я думаю, что как раз-таки за счет очень короткоживущего, что они будут очень-очень мало жить. Там еще публичная плача. А разная скорость релаксации в этих состояниях, как это тоже населенность изделяется. Память релаксации, смотрите, насколько население, то состояние движения. Ну, так как все-таки по литературным данным трифторобственная кислота, так же как у нас получилось, что она в основном будет в циклических димерах, так, такая же информация будет другими методами. То есть в основном практически, там, допустим, 90% будет циклический димер. Все остальные состояния, они могут быть очень многочисленные и разнообразные. И при этом их мало. Релаксационные данные позволяют поймать там, даже интермедиары, типа процент населенности, позволяют среди смертных. Это для Белков, например. Для Белков, например, применяют релаксационные данные, чтобы поймать интермедиаты, состояния промежуточные, которые населенность меньше даже 5%. Хороший день, мы хотели бы попробовать. Я вот подошла в таком перерыве. Еще вопрос, пожалуйста. А вот скажите, пожалуйста, вот исследовались протонные спектры и трифторобственной кислоты в сильно разбавленном ацетоне, да? То есть наоборот, ну, растворы разбавленные в ацетоне, да? Нет. Разве не было? Вот у вас, когда было очень много ацетона. Мало кислоты. То есть это бинарная смесь, у нас не было растворителя. Нет, так вот в ацетоне. Да. Вот трифторобственная кислота разбавлена ацетоном очень сильно, да? Мне почему-то, я, может быть, прозевал, но мне показалось, что протонный спектр всегда одиночная линия. А вот вроде бы, если молекулы разобщены ацетоном, то обмен протонный должен замедлиться. И тогда должно быть вообще расщепление от взаимодействия с тремя фторами. Спин-спиновое взаимодействие, косвенное, да? Ну, в общем, абсолютно вы правы, но тут расщепление нет. Думаю, а вот почему? Как это можно объяснить? Все равно не сравнено. Что? Все равно не сравнено. Нет, ну вот если далеко очень, как у них может быть быстрый обмен, если они очень далеко? Может там остатки воды все-таки были какие-то, которые ускоряли? Или может быть еще что-то? 1,20.
после, да, то есть там и не очень далеко. А? Там в относительной концентрации были малярные 1-2-3, в лучшем случае. Понятно, 20, но все-таки довольно сильно разведены эти молекулы. А? Ну вот, наверное, когда... Я думаю, что если метанол какой-нибудь будет разбавить, как бы чуть-чуть сложился, то тогда бы, можно идти не было. А сульфурная кислота очень резко. И потом 1-20 это по объему, а Ну, здесь, наверное, по объему, поэтому одно и то же. Там молекулы примерно одного размера. Нет, но у них, вот сейчас Петр Михайлович говорит, что мольное отношение. 1-3-фторуксная кислота на 20 ацетонов. Вот такое впечатление, что довольно сильно они разводятся, а расщепление все равно не исчезает. Там какого порядка могут быть эти расщепления? Ну, по порядку. Какие они должны быть? Вот их нет, но какие они должны быть? Сколько нефти? Ну, для таких вот. Ну, вообще-то несколько герц должно быть, да? Может быть, это действительно очень мало, да? Что даже сравнительно медленный обмен, все равно для ЭМР быстрый, да? Наверное, да? Ну, может быть. Но вот это так. Интересно было бы посмотреть тогда. Еще чуть-чуть разбавить и посмотреть, может, появятся эти мультиклеты. Еще вопросы есть? Вопросов нет. Спасибо. Еще раз.